Проекты государственно-частного партнерства в спортивной сфере помогут строить объекты быстрее, а через 5 лет вовлечь в спорт более половины населения страны. Сессию об этом открыла вице-премьер Ольга Голодец. Вместе с ней активно участвовали в обсуждении проектов министр спорта Павел Колобков и глава Минстроя Владимир Якушев. Успешные подобные программы – это масштабный проект «Удмуртия. Территория спорта» и аналогичный проект «Бурятии». И даже соседи по региону Сахалинская область говорят об успехах известного островного горнолыжного комплекса. Приморье проекты государственно-частного партнерства только разрабатываются. Сегодняшнее подписание соглашения о сотрудничестве администрации края с Министерством спорта стало знаковым. Развитие спортивной инфраструктуры. В соглашении мы уточнили перечень спортивных объектов, которые мы будем вместе продвигать и планируем их реализовывать. В основном эти объекты связаны и с развитием массового спорта, а также с видами спорта, которые являются особо приоритетными для региона.